1994 году, 21 мая, во время просмотра передачи «Непознанная Вселенная» в Риге, контактер Татьяна получила специально для меня информацию на непонятном нам языке. Это была знаковая информация. И она попросила меня перевести это письмо. И только в 2000 году в Праге я встретилась с господином Козиным, который, увидев эти знаки, сказал, что он может перевести. Друг на друга. Вот я изучала вот эту вот вещь. Я везде, низ, допустим, везде 110, 110, 110. Для меня, например, вот так вот сопоставляла я долго. Сильно повторяющиеся вещи, очень сильно. Но а так можно их сказать вообще? Я... Как ты, больше никто. Вначале пошли вот эти цифры. Что они означают так для тебя? А это просто в течение дня. В течение дня? Да, в течение дня, которое было. Это 20 число, 5 лето. Или же все-таки вещество обладания, да? И энергия, которая дается. Это день, это только день. Это не со мной, это день. Сейчас подготовлюсь, да? Но, показалось, что наоборот, по-моему, эстонский и вот эти вот как вот. Да. Обратите внимание, что многие пациенты работают с фантомным больным органом. Вы это увидите в следующем сеансе. Это один из самых интересных сеансов. Больному 28 лет. Проведено всего 2 сеанса. При диагностировании обнаружила камень в правой почке, хронический пилонефрит. Он переболел несколько раз воспалениями легких. Видно, как работают во время сеанса руки больного. Идет процесс самолечения, направление силы воздействия на нужные участки тела. Одна из рук как бы является излучателем энергии, а другая работает с фантомным органом. Видна работа рук в зоне увеличенной печени. Какой налет сильный. Не видишь, да? Вот посмотри. Сейчас, вот. Секунду. Посчитать не будет. Осадок. И очень большой осадок. Осадок белка,
там и песок вообще. Вышло такое количество. Еще были крупные, да? Почти такие все. Вот самый большой вот такой. А придешь домой, посчитай. День, как ты чувствовала себя, когда это все выходило из тебя? Сейчас хорошее состояние, очень себя хорошо чувствую. Вот, вот на печень положи сюда руку, ты сейчас почувствуешь, как идет туда тепло. Посмотри, какое тепло. Вот сейчас через руку я его сейчас усилю. Посмотри, вот тебе надо, видишь, что? Больная пришла с осложнением после легочных заболеваний. Был проведен один сеанс, который в записи показателен тем, что видна направленность упражнений на локальные зоны заболевания. С самого начала воздействия видно особое управление неведомой силой, регулирующее время, силу и качество упражнения. Сначала я летаю, а потом мне вроде бы вот я чувствую, что они сами становятся, вот эти все позы. Вот. Ощущение вот с рук было, когда ты положила руки в области просто яичника? Горячие и потом вдруг я все время начинаю искать источник. Вот, потому что я чувствую, что заряд уходит и тебе тело, нужно, да? А так как еще, возможно, болезненность вот внутри была, то тело само начинало двигаться в поиске вот этой энергетики. Патя, какое состояние? Опиши мне. Как ты чувствуешь себя? Хорошо? Что-нибудь болит у тебя? Ты общаешься сейчас? Разговариваешь? Патя, ты здесь сейчас? Нет, да? Меня интересует глазик. Самое главное, что ты когда читаешь, тебе не трудно? Нет. Нет, нормально читаешь, да? Но ты поняла о том, что ты раньше смотрела одним глазом, какое было, как тебе сложно было. Сейчас ты видишь двумя глазиками. Поняла, да, что разница такая была? Раньше ты просто не замечала, наверное, и не знала о том, что... Это уникальный случай. Девочка не видела правым глазом 11 лет. И через 15 минут после первого сеанса она сказала, что что-то вылетело из ее глаза, и она стала видеть. Роговица такая нормальная. Я еще раз говорю, что это был очень сильный глаз.